Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать работу над скетчем маркерами быстрой и легкой, а результат предсказуемо успешным. Итак, шаг первый. Естественно, для начала мы должны придумать, что будем рисовать. В данном случае у меня такой проблемы не было. Это скетч с челленджем Мермей, и темой дня был берег. Я подумала, что хочу нарисовать красотку, сидящую на берегу озера, в солнечных очках, в модных солнечных очках. И после того, как я определилась с задумкой, я начала поиск референсов. Поскольку я придумала, что моя красотка сидит на берегу пруда, мне нужен был берег пруда в качестве референса. Я нашла несколько картинок. Поскольку я люблю яркие цвета, я хотела, чтобы моя красотка была еще и с цветными волосами. Я нашла несколько шикарных красавиц, и особенно меня вдохновила вот эта потрясающая дева с тепло-зелеными волосами в розовых очках. И я решила, что моя русалка должна быть с таким ярко-розовым хвостом, в таких очках и с зелеными волосами. После того, как мы определились с тем, что будем рисовать, мы должны придумать нашу композицию. Это очень упростит работу. Итак, я решила, что моя композиция должна строиться по принципу светлое на темном и темное на светлом. Когда мы работаем маркерами, цвета мы практически не замешиваем, мы используем в готовом виде. Поэтому для быстроты работы важно отобрать цветовую палитру, которую мы будем использовать. После того, как мы определились с идеей, нашли референсы, придумали композицию и сделали цветовой эскиз, конечно, мы делаем набросок. В данном случае я работала не на маркерной бумаге, а в скетчбуке с довольно плотной бумагой, поэтому я могу набросок делать прямо непосредственно на листе, на котором работаю. После того, как я все отрисовала, я обвожу подходящими по цветам линерами свой рисунок. Я делаю это для того, чтобы можно было вытереть карандашный набросок и не оставалось грязи после него. Потому что если оставить карандаш под маркером, так и под акварелью он не сотрется. Итак, я все обвела линерами подходящих цветов, вытерла карандаш и перехожу к основным цветовым заливкам. Начинаю я с самых светлых цветов, потому что темные будет перекрыть невозможно. А светлые перекрываются более темными легко. Хоть изображение у меня и довольно стилизованное, я все равно хочу показать небольшие световые эффекты. И поскольку я хочу изобразить яркий солнечный день, а моя красотка сидит на фоне зеленой травы, на ее коже появляются яркие зеленые рефлексы от окружения. Поэтому самым светлым зеленым по краю туловища я делаю рефлексы. Сейчас они кажутся очень яркими, но когда появятся другие цвета, они будут светлыми. Затем я полностью заливаю цвет кожи. Я делаю это как можно быстрее и накладываю штрихи по форме объекта, чтобы мои штрихи подчеркивали объем туловища девушки. И чтобы маркеры при высыхании и наложении друг на друга не образовывали некрасивые полоски, которые мне совершенно не нужны. Так, я закладываю основные цвета, добавляю немножечко румянца сразу, прокладываю тени. Тени можно проложить тем же цветом. Потому что при наложении друг на друга один и тот же цвет уплотняет конечный тон маркера, как и в акварели. Итак, я проложила все цвета, сделала общие тени и дальше делаю лайн, то есть обводку. Мне нравится, когда рисунок маркерами имеет контур, потому что так выглядит значительно аккуратнее. Очень сложно наложить маркеры так, чтобы линия стыка цветов была ровной и красивой. А когда мы делаем контур, этот некрасивый стык закрывается. Я обычно использую цветные линеры, чтобы сделать лайн. Цветная линия всегда смотрится более нежной, более воздушной и лучше входит в гамму работы,
чем, например, черная или одинаково коричневая на всей работе. Например, если бы я сделала коричневый лайн на волосах, они бы смотрелись грубо и жестко. А так, с светло-зеленым лайном они кажутся более легкими и воздушными, значительно более легкими по фактуре, чем, например, тело девушки, которое более плотное. В конце я использую белую ручку, чтобы проставить блики и сделать акценты на губах, на очках, на волосах. И все. Скетч готов. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно и это знание вам пригодится. Если что-то осталось непонятным и есть какие-то вопросы, задавайте, я обязательно отвечу. Все, пока-пока.